Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Миюарис, будем прокачивать ее на 18 уровень, так сказать, совместим приятное с полезным. Как вы знаете, там есть, так, ну, на текущий момент акция, которая позволяет вам достать бицепс на Айрис, который мне, наверное, вообще не нужен, я бы сказал так, потому что у меня тут бицепка есть, ну и как бы от нее толку нету. То есть, в принципе, это выполнять не стоит, но я так подумал, а почему бы нет, все равно будем играть, вдруг просто за 3 боя выполним, там 30 скиллов не так много. Может повезти, бывает и по 14 скиллов делаем. Ну что же, Айрис вот такая вот, погнали ее качать. 18 уровень, как говорится, ждет. Конечно, хотел бы на нее сразу и следующий слот прокачать, но это надо вот тут вот по скидочке делать, потому что 10 слотов по скидочке — это один слот бесплатно. Да, именно так. Ну и по сути по прокачке персонажа то же самое получается. Поэтому давайте качать. Почти 2000 хпшки лутаем и 14 тысяч кп почти будет у змеючки. У красивой змеючки, да. Жаль, конечно, что они вот убрали анимированную такую штуку, как... вот когда прокачиваешь, да, анимация там была персонажа поинтереснее. Поинтереснее, мне больше нравилось. И удобнее картинки были, приюшки делать. Но, как говорится, ладно. Что есть, то есть. Давайте что там посмотрим, что у нас есть. На копье один атрибут. Отбрасывание. Полезный атрибут. Возьмем. Нет, конечно же. Сборку менять не будем, потому что у нас здесь выживание максимальное. Не вижу смысла что-то менять. Будем с этой сборкой играть. Ну и погнали в командный бой. Кстати, хпшка меня. Сколько там ровно получилось? 13 990. 10 хпшки не хватило. Ну, бывает. Кстати, по жетонам почти что 19 уровень. Когда-нибудь тоже качнем. Ну и погнали в командные бои. Буду в командных боях проходить, наверное. Не знаю, зачем мне этот легендарный предмет на Айрис. В виде бицухи. Вот, реально, честно, я не могу представить даже, зачем он мне нужен. Потому что бицуху на Айрис я в жизни, наверное, больше не возьму. Ну, слишком мало слотов, даже в 5 слотов. Ну, пицуха так себе смотрится. Вот если бы уровень повыше прокачать. Ага, понял. Понял, принял. Гений, может, ты выстрелишь, не? Гений, который выстрелил. Как прекрасно это выглядело. Хорошо, что я на Айрис играю. У меня есть возможность феромонами побахать. Мне сейчас нужно отходить немножко вдаль. Единственная проблема — это то, что противников очень много, и они... У меня, короче, оружия не хватает. Мне оружия не хватает, всех продамажить сейчас. На текущий момент. Просто не хватает оружия, но, к счастью, хороший дробовик Айрис, он позволяет очень много делать. И я сейчас это делаю. В принципе, неплохо делаю. Ну, насколько могу, да? Так, спасаем. Кролика с феромоним и убиваем. Все, прекрасно у нас все получается. Фух, затащил бой. Одним дробовиком. Ну, хорошо, что он был хотя бы. У них тут и гранатка была, и копье было. Ну вот Айрис — это имба, конечно. Лютейшая имба. Феромоны не успели закинуться. Печальная. Абузеры второго уровня. Думают, если они абузеры, значит, не все получится. Нет, я 18 уровень, не абузер. Просто я ленивый. Поэтому такая вот жизнь, ребят. Такая вот жизнь. По-другому не скажешь. Касаточка, конечно, живет невероятно. Второй уровень всего лишь, да? А как живет? Слабая касатка. Слабая персонаж. Надо срочно буст щитка в 10 раз. Ну, а чё? Чувствуется, что слабый, да? Соло против 18-16 уровней. Волк, который, кстати, был, заметили, да? Нет. Нет, он не был. Мне нужно киллов больше сделать. У меня только сейчас 8. Плюс непонятно, сколько я ботов убил. Вообще, вот эта система с тем, что непонятно очень, сколько ботов убиваешь. Это, конечно, удручает очень серьезно. Зафиромонил. А куда ты в зону убегаешь? Ну! О, вроде я попал, да? Вроде мой килл. Шикарно. Шикарно. Может, еще сейчас кого-то найдем, если повезет. Блин, без ботинка, конечно, играть такое себе. Такое себе. Ну, вроде опять я добиваю. Ну, вроде так прилично киллов набрал. Если посмотреть. Опять добиваем. Да в смысле не добил, ну? Да кто вот вас там спасает, ну? мои киллы, они друг друга поспасали. Блин, чтобы другие добили. 13 киллов. Ну, как вам первый бой, нормально? Вроде реализовался. Опять же, сколько из них ботов? Это сложно отследить, потому что для такого слежения нужен квестик специальный, где нужно убивать игроков, да? Ну, вот я не знаю, может, вот это X12? Нет. Может, оно?
поможет. Я просто без понятия, как это отследить. Всего убийств 13 или ивент нужен, где нужно убивать. Но опять же, мы не в ивенте, поэтому сложно следить. Ну пусть пока 13 будет, я просто набью бы там, знаете, 30-40, 35-40 набью, и будет как бы достаточно этого. Как говорится, бицуха халявно не бывает. Все равно на Айрис как бы тащить надо. Жаль, конечно, что не 30 киллов за бой делаешь. Хотя, по идее, максимум, как-то у нас тут 4 склада по 5 человек, то есть максимум можно сделать как раз сколько? 20 киллов максимум можно сделать за бой. А нет, это свой сквад нельзя убивать, точно. Вот кто это придумал, что свой сквад нельзя убивать? Я считаю, должно считаться. Я считаю, что должно считаться убийство своего сквада как позитив. Как позитив, да. Да пошли пофиг на аптечку. Там где-то легендарный бот был. Вот здесь вот слева, которого я не вижу. Блин, главное, чтобы они сейчас... А вот он. Вот он, мой красавчик. Ну вот что ты в воду идешь? Вот что ты такой любитель воды, а? Водолюб. Нормально, что ты паришься? Киллы делаем и все дела. Что он парит? Что ему там нужно? Что ты нам нашел? У меня тут легендарная граната, золотой дробовик и серебряное копье. Мне ничего не нужно. Так, нам нужно найти... Ага, вот мой сквад. Короче, со сквадом все очень сложно. Так, ну нужно искать противников. Я прям не знаю, где их искать. Это меня печалит. Удручает, я бы сказал даже. Ботинка нету. Вот было бы сейчас 5 слотов, было бы красиво. Я бы сбегал с ботинком, было бы все шикарно. Или нет. Или не бегал с ботинком. И бегал бы с чем-нибудь другим. Ну ладно, в общем, погнали дальше. Надеюсь, у меня получится залутать киллы. А, ну один сквад другой убил. Ну понятно, минус 5 киллов. Которые я мог залутать. Шикарно. То есть, 2 килла в этом бою я только сделал. Никого мне убивать. Где вы? Где вы? Не убивать надо. Хотя нет, там еще 9 противников. Нет, это же командный бой, тут же 5. Ай, туплю. Ну вот где, где? Почему? Вот они, скорее всего, в этих кустах сидят. Че, Никс кого-то нашел, не? Показалось. Ай, показалось, показалось. О, эти гении зато нашли. Так, этого добиваем. Закидываем урончик. Ну а что ты хочешь, гений, на волке? Кто тебе разрешал бегал соло? Ты почему не бегаешь со мной? Вот скажи, кто тебе запретил бегать со мной, волк? Все, и убиваем 5 киллов, да, вроде на мне было только что. Было 7, 4 килла. Итого у нас, ну, условно, давайте там сократим с 14 до 2, до 12, да? Ладно, до 11 даже пусть. 15 киллов пока что есть. Половина того, что нужно. Ну, не скажу, что, конечно, плохо, но приятно, приятно. Вообще на змее приятно играть, потому что имба лютейшая. Ты заходишь по сапоги, нажимаешь кнопочки, все умирает. Да, причем независимо от того, кто против тебя за противник. Потому что ты змея с первобытным инстинктом, которая замедляет все, что шевелится. Ну и как бы... И как бы, что еще нужно для имбы? Для имбы. Для имбы нужны еще киллы. Кстати, я убил охранника, если что. Убийца, да. Еще тот. Кстати, заметьте, у волков очки светятся красивенько. Когда он под бафом. Под бафом своим прекрасным в виде луны. Не полный или полный? Которая истекает. Ладно, давайте искать противника. О, волк воет, хорош. Опа, заферомонили. Он гад успел подобрать. Закинули. Ну, вы посмотрите, они киллы мои забирают. Не, ну им не стыдно, а? Им вообще не стыдно. Им вообще не стыдно меня киллы забирать. Осуждаем. Осуждаем. Ля, еще и спасли бобра. Ну, это был мой бобер. Мой. Не, ну... Одну яру золота, ну. Офигеть, одну яру залутал. Только попробуй убежать, только попробуй убежать. Хитрое ж... Да, хитрое существо. И тут орел залутал, и тут они у меня забирают. Все киллы забрали. Отдайте. Отдайте мне киллы. Все. Фу, хоть немножко, но залутал киллов. Не знаю сколько, наверное, 2 бота я убил по итогу. Так, ну сейчас надо откадешиться. В бочку сели, отмансили. Закоп подферомонили. Добили. Блин, теперь этого фламинго нечего. Да куда это был мой кенгуру? Ну...
Задолбали! Вы меня просто задолбали, уворотливые! Мои киллы постоянно забирают! А, бесят! Они еще меня спасать не будут. Ну, может, меня спасет отчасти, наверное. Я же их не спасал. Блин, столько киллов в никуда просто. Все мои киллы залутали вот эти вот гады. Все киллы залутали эти гады. Еле 4 килла вроде успел урвать. Это у меня было 15, но... Плюс 4 килла, волк еще и умирает. Ну как ты умираешь, ну? Командный игрок, блин. Дона 7 уровня, ее боятся. Ну блин, еще и мой килл. Осуждаю. 7 киллов получилось по итогу. Итого, наверное, 5 засчитаем. Итого 20-шку где-то в среднем я подлутал. За эти вот 3 боя. Ну мы сейчас еще очень сыграем. Раз 3 победки идут, почему бы не пойти за 4-й? Конечно, в этом бою было... Вот бесит, бесит очень сильно, когда они ресают, а потом убивают этих... Ну, того я, кого я убил, убивают другие. После воскрешения. Так бесит, так бесит. Но деваться некуда. Деваться некуда. Я еще и под конец вот тут начал косячить очень сильно. То есть я очень много впустую дамагов кинул. Ну, это же я, вы же понимаете. Ладно. Ничего страшного. В принципе, я видел, где склад находится. Сейчас залутаемся по оружию. О, баг 17 уровня, понимаю. Понимаю. Краб 17 уровня, акул 13. Так, это вроде я минуснул или нет? Наверное, все-таки не я. Блин, ближний бой пошел, конечно, драться, это и красиво. План капкан прям. Ну да ладно, сойдет. Ну опять, они опять все киллы, этот баг опять все киллы забрал. Ну посмотрите на этого бака, ну. Ну один килл, один, видите, этот гад забрал киллы, которые я тогда сделал. Осуждаю. Осуждаю бака. Надо его как-то убить, чтобы он не мешал. Да. Командно и работаем, командно. Хотя показывает мне 4 килла, но только ощущение, что я убил 5 ботов целую кучу. Ну ладно, пока что, наверное, 2 бота, 2 персонажа. Сейчас уже вроде дальше ботов не будет. Хотя вроде сейчас бота убил. О, дробовик не выстрелил. Так, это мой килл. Ты мой, ты тоже мой. Я сказал, ты мой, все. Краба добиваем. Нет, стоп, только не спаси. Мое, мое, мое. Стой, кат на слоне. Бак притянул, но вроде бы, возможно, я добил. Но это не точно. 6 киллов уже получилось сделать. Есть шанс еще сделать столько же, примерно. Не, ладно, поменьше. Там еще 3, наверное, осталось. Так, за этот бой было 4 бота, если что. 3, ладно, 3 бота было. Ну, я это так для себя считаю, честно. Обычно процентов, наверное, 30, 35, 20. Это боты, получается. Ой, дайте я вас догоню, задолбали уже. Ты мой, ты моя, Яра, все, забудь. Фух, залутал киллы. Главное, чтобы никто сейчас не пришел и не спас. А то я знаю, как обычно это бывает. Кто-то из ниоткуда приходит и спасает. Так, ну Яру уже не спасут, все, добили. Итого 9 киллов, из них 4, нет, 3 бота, 6 киллов, там было 20 вроде, да? То есть мне, по сути, один бой, и я закончу это. Прекрасный квестик на акцию, да, где легендарный дроп. Ну вот такая с меня, ребятки. Слабая. Слабая, ну тут опять же уровни. Хотя уровни были вроде плюс-минус нормальные. За меня 17 играли, как бы я 18, ну, разница такая себе. Против меня 16 были. Поэтому я считаю, что уровни тут не особо решали. Да, в этом, по крайней мере, бою. Ну, то и в прошлом тоже особо там разница, мне кажется, в уровнях не было большой. Это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, не душитесь в этом прекрасном событии, да, которое называется... Ну, опять же, у вас, смотрите, в чем прикол, да? Вы можете сейчас за 2 квеста, вот, проплывите 6 метров, можете за 2 квеста пройти, типа, до конца, до финального, дойти, все дела, а потом... А он не работает. Ребятки, хотел с вами попрощаться, но понял, что квесты не работают. Я же змею прокачал. А квест не зачтется. Разработчики зубы сделали вот эту дорогу. Вот эту дорогу сделали, чтобы вы ее прошли, забайтились на легендарный черный сундук. Да, на вот этот вот большой красивый. А потом кинули вас с тем, что квест зачет не дает. Как вам? Как вам это шикарнейший байт?
Типа, мы ни при чем, это проблема игры, это ошибка. Ошибка, они сказали, скажут потом, да? Это была ошибка. Мы ничего никому возвращать не будем, ничего никому компенсировать не будем. Ну, вот как вы так. Представьте себе, ребятки. Нравится, да? Нравится? Шикарно. Шикарно просто. Ой, разработчики Зуба. Это, знаете, это уже предел. Это просто предел. Ну как, ну куда дальше можно? А они все могут и могут. Это вот... У меня слов нет, ребята. Напишите в комментариях, что думаете по поводу того, как разработчики Зубы не выманивают из игроков бабос. Вот даже за гемы, кстати, вот самое интересное, за гемы нельзя скипнуть. Было бы за гемы скип, ок. Но нету скипа, ну, адекватно хотя бы, не знаю, ну сколько тут, 20-30 гемов, это же первый уровень, типа. Почему бы нет, да? Не можешь пройти квест, ну скипни его. Я считаю это нормально, то есть прошел всю дорогу лап, скипнул один квест, залутал легендарный сундук. Черный. Нормально? Нормально. Это было бы адекватно, и разработчики гемы выманивали, но вопрос, они бы, наверное, ту цену заломили в 1000, если не больше, или 10 тысяч заломили бы на каждый, ну, пропуск такого квестика. А почему? Нормально, что, там миллионы гемов же. Ну, вы знаете, в общем. В общем, ребятки, что-то я затянул опять, как всегда, но вы же понимаете, меня просто иногда так бомбит от разработчиков Зубы, потому что вот такие ивенты, вот такие вот дороги лап, ну, сами все видите, да? А потом, ой, мы ни при чем. На. Обещанное 3 года ждут разработчики Зубы, как говорится, обещали через пару месяцев, значит выйдет через полгода. Все, это стабильность. Смиритесь, да, новая карта где-то в середине осени. На это все, если вам понравилось, как говорится, еще раз, да, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.